Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песня «Почему все бабы выглядят красиво?» Ответ вы найдете из этой песни. Почему все бабы выглядят красиво? Потому что бабы нравятся, хотят всем, кому не попадя. Кто их не увидит, хоть очкарик даже, если будет как. Одевают юбки, одевают туфли, чтобы подчеркнуть вся главноту да сю, чтобы кто увидит, офигел бы сразу и сказал, какая оба у нее, ё-моё. Но не факт, что с каждым у нее срастется. Выбирают тёлки суперпацану, мальчика, которого манями богатый, и красавчик тоже будет заодно. Одевают юбки, одевают туфли, чтобы подчеркнуть вся главное то да сё, чтобы кто увидит, офигел бы сразу и сказал, какая. Опа, у нее, ё-моё. Оттого все мелки выглядят прекрасно. Совратить, чтоб мужа, может быть, чего. Но по большей части, если мужа нету, я имею рядом, могут заодно. Одевают юбки, одевают туфли, чтобы подчеркнуть вся главное то да сё, чтобы кто увидит, офигел бы сразу и сказал, какая. Оба у нее, ё-моё. Почему все бабы выглядят красиво? Потому что бабы нравятся, хотят всем, кому не попадя. Кто их не увидит, хоть очкарик даже, если будет как. Одевают юбки, одевают туфли, чтобы подчеркнуть все главное то да сё, чтобы кто увидит, офигел бы сразу и сказал, какая. Оба у нее, ё-моё. Спасибо.